В Центре занятости населения по Черкесску состоялась встреча руководителей отдела с журналистами. В центре рассказали, что к ним приходят не только с целью поиска работы, но и смены профессии, открытия своего дела. В центр может обратиться любой гражданин. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. В Центр занятости населения может обратиться любой гражданин, желающий поменять профессию или оставшийся без работы. С соискателями осуществляется комплексная работа по всем направлениям. Клиентам предлагаются разные услуги – прохождение профориентации, психологическая поддержка, помощь в создании резюме. На сегодняшнее число у нас проходит обучение уже 9 человек. Один человек уже закончил. То есть люди подают заявление, заявочку Центр занятости одобривает. Вот, мы рекомендуем, и дальше уже идет обучение. По статистике, около 40% обратившихся в Центр занятости находят работу благодаря открытым отборам. Это специальное мероприятие, где соискатели могут вживую пообщаться с работодателями, задать интересующие вопросы. В рамках национального проекта «Демография» профессионально войти в новую сферу деятельности могут граждане следующих категорий. Для этого необходимо зайти на портал «Работа в России» и подать заявку. Значит, там тоже могут принять участие различные категории. Это могут быть и женщины, находящиеся в декретном отпуске до 3 лет. Это могут быть женщины, не состоящие в трудовых отношениях, у которых детки до 7 лет. Это могут быть безработные граждане. Это могут быть граждане 50 лет и старше, и граждане пенсионного возраста, и граждане различных категорий там, до 35 лет. Обучение можно пройти бесплатно и получить знания по профессиям, востребованным в нашем регионе. Одним из мотивирующих примеров стала Елена Олейхина по образованию психолог, которая сейчас является успешным косметологом. Обучение было бесплатное, что я могу заметить. Обучение проходило на базе Северокавказской государственной академии. По окончанию нашего обучения нам были выданы удостоверения государственного образца. Сейчас, на данный момент, я сменила род деятельности, я открыла самозанятость, успешно работаю, применяя данные знания. Центр занятости населения уделяет внимание молодежи, выступает в роли наставника. Для учеников старших классов школы, студентов вузов и СУЗов по инициативе Центра и поддержки работодателей республики проводятся мероприятия, позволяющие школьникам знакомиться с рынком труда, узнать о востребованных профессиях. Альбина Курачинова-Кенжева, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.